Не про то. Вы независимая? Она в длинной засечке. Это самый восточный лагерь. Расскажи все об этом демоне. Да это все болтовня. В болтовне что-то есть. Объяснение тому, что стало с машинами. Ну тогда ищи Аурею. Она ушла в сторону гор, которые зовут Ледяной Теркой. Говорят, только шаманы знают тропы в этой стылой гряде. Но я знаю, где можно найти ее ученика. Налтука. Он пошел на север от реки, ведомый слухами. Слухами? Да, нехорошими. Нападение снежной пелены. Какие-то чудные постройки. И вроде бы новая машина. Такой еще никогда не видели. Но это еще интересней. Спасибо за совет. Не за что. Может, Аратак мне что расскажет про Аурею и громовой барабан. Надо с ним поговорить. Чтобы нукам не по зубам. Чтобы я больше от вас такого не слышал. Сомнения тяжелее сугробов. Прости нас, вождь. Мы будем готовы к новой попытке. Но это будет не попытка, это нужно сделать. Вы понимаете? Слушаюсь. Хорошо. Странница, ты хочешь поговорить? Этот демон, о котором вы говорили. Ты бы сама сходила и убедилась, если смелости хватит. Он изменил машины. Сделал их злее, сильнее. Но кто он? Пусть шаманы разбираются. Ваш Верак родом отсюда? Нет, большинство охотников пришли сюда из Банура, чтобы дать отпор демону. Но я здесь родился, и я сражался здесь с Карха, когда прочие отступили в горы. Мои товарищи со мной и сейчас. Те, кто выжил. В Горане Песни есть другие вераки? Да. Деревня открыта для всех, кому нужны кров или припасы. Когда кончилась война, тамошний лагерь изрядно разросся. Быстро, как травы в оттепель. Может, протянет и до следующей войны с Карха. Аурея знает, что это за демон. Где мне ее найти? Аурея – шаман. Ее дела не для наших глаз и ушей. И уж точно не для чужаков. Вы хотите вернуться на гору? Да, я дал слово. Но ведь риск так велик. Риск чего? Смерти? Нет уж. Куда хуже будет склонить головы и признать. Это нам не по силам. Ну что ж, у меня все. Славно. Дела важнее, чем слова. Ну да. Сразил множество машин. Но к этим фиолетовыми метками. Есть в этом замерзшем длинношее у хребта изваяний нечто прекрасное. Ладно. Чтобы понять, как этот демон влияет на машины, мне нужно разыскать Аурею. А для этого надо поговорить с ее учеником, который пошел на север, вдоль реки. Мороз чем-то похож на солнечный ожог. Длинношей. И как же он так завалился, бедняга? Они вообще крепкие.
Весь обледенел. Он уже очень давно так лежит. Но падальщики только приступили. Все, это последнее. Надо осмотреть длинношея, оценить нанесенный урон. Похоже, от него оторвали три важные детали. Если вернуть их на место, может, я смогу его активировать, глянуть, что у него в голове.
Они знают, где я.